Что значит «Родина моя»? Ты спросишь, я отвечу. Сначала тропочка земля бежит тебе навстречу, потом тебя поманит сад душистый веткой каждой, потом увижу стройный ряд домов многоэтажных, потом пшеничные поля от края и до края. Все это родина твоя, земля твоя, родная. Ты с нами, значит, ты один на всех, моей прекрасной юности профет. Ты нас зовешь вершины покорить. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша встреча посвящена великому празднику в истории нашей страны – Дню Победы. Итак, гимн Российской Федерации. Попрошу всех встать. Прошу всех садиться. Для нас война – история, но она никогда не станет забытой. Ведь есть память сердца, и она неизгладима. Эта память с корнями уходит все глубже и шумит на ветвях зеленее листва. Ее времени бег никогда не заглушит. Вечно живы солдаты, пока память жива.
Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим великим праздником, Днем Победы! Желаем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. И открываем праздничный концерт, посвященный славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Через ужас пройдя, земля кровью питалась, так гремела война. В сердце жизнь обрывалась, в диком ужасе люди сходили с ума, ожидая мучений конца. Блеклым небом и порохом встретился май, воины пали костями за свой родной край. Возле речки у дома советский солдат, стиснув зубы от боли, сжимал автомат. И ползет он в грязи по окопу, весь заваленный трупами с болью той, что застыла в глазах. Тут любой ожидает свой крах. Многие люди уже не вернутся, как мотыльки поутру не проснутся. Но победа за нами, враг отступил, советский народ наконец победил. В этой страшной войне огромные числа, и не годы, а жертвы, которые все ищут. Прошло много лет, а в памяти дышит подвиг наших героев, огнем вечным пышет. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, а после встать ко рву спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже снять не дядя, не упрекая, не грозя, смотрели будто в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже, и смятеньем на миг эсэсовец объят, рука сама с собой мгновенье вдруг опускает автомат. Овеян он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот так же здесь легла, и это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, но ты же зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, к царе не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять. И не забудется поныне, чулочки дядя тоже снять. Опять сигнальная ракета, жар птицы взмыла в небосвод, и снова вздрогнула планета, и в ночь уходит разведвзвод. Глядит сквозь мрак луна рябая, как осторожно наугад бьют пулеметы, осыпая листвою срезанной солдат. Гремят за лесом батареи, и на холме горят кусты, а нам добраться бы скорее до этой самой высоты. Всего каких-то 200 метров ничейно выжженной земли, и от победы, и от смерти нас отделяли, залегли, но мы не думаем об этом, идем, молчание храня, и пахнут травы
знойным летом. И гулко охает война. Мы знаем, солнце скоро встанет, нальется светом небосвод. И кто останется, помянет ушедший в полночь разведвзвод. Сегодня в этом зале тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. С великим праздником, держава, с победным светом на пути. Светлее праздника, пожалуй, на всей планете не найти. Этот день людской слезой согретый, сколько времени бы ни прошло. Всем, кто тихо скажет «День Победы», объяснять не надо ничего. Мы рады приветствовать в нашем зале Дубенцова Валентина Николаевича, руководителя организации «Боевое братство» города Гусева. Соболеву Валентину Кирилловну, почетного жителя города Гусева. Алехина Андрея Андреевича, члена президиума, участника боевых действий. Руснага Александра Сергеевича, участник организации «Боевое братство» города Гусева. Новосадова Виктора Михайловича, участник боевого действия. Это самый тяжелый день был, когда фашистская Германия молниеносно напала на Советский Союз. Нашли годы. Народ трудился, воины защищали. И только мужеству наших советских воинов под чутким руководством Коммунистической партии Советского Союза была одержана эта победа. Я не буду много говорить, но скажу, что парад на Красной площади после войны прошел. И эти годы до 65 года, 1965 года, были праздновались и в школах, и на предприятиях, но не так это. А в 65 году был официально отдан приказ о праздновании Дня Победы. И с тех пор, вот мне было тогда 18 лет, с тех пор я помню этот день 65 года, массовое митинг на площади ветеранов, которые простые жители нашего села ходили в гражданских костюмах, надели свою военную форму, ордена, медали и со слезами на глазах праздновали этот день. С тех пор ежегодно он отмечался. И в 65 году я был призван в вооруженные силы, служил в Баку и дважды участвовал в параде 9 мая и один раз в Октябрьской революции. Вот три раза в параде участвовал. Что я хочу сказать? Сейчас на Украине творится ужасное. Это еще хуже фашизма. Расстреливают мирных жителей, детей, женщин. И очень тяжело. Они готовились к этому. Они очень тщательно готовились. Но все равно победа будет за нами. Никакого другого решения не может быть. Я хочу поздравить вас с этим праздником. Молодежь, помните, вы подрастаете. Нужны нашей Родине, России, для ее защиты. Как бы то ни было, я желаю вам успехов, здоровья и быть мужественными защитниками нашей Родины. Всего хорошего. Здоровья всем! Благодарим вас, Валентин Николаевич. А для вас выступает трио «Забава» с песней «Закаты алые». Теплые ветра.
Сидевшего солдата воспоминания о войне. И не погибшие им снятся, живые все до одного, ведь было им по 18 или по 20 лет всего. Для вас выступает Мухина Злата с танцем «Близкая». От солнца воздух золотой, и после майского дождя преображается земля, а майский гром — гром ликования и встречи вместо расставания. Для вас выступают Лаврова Валерия и Шевченко Алина с песней «Месяц май».
Солнце вьется в дорожных ухабах, маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машина девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот плеснет рукой. И защемит груди, и в горле станет ком. Радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Солдаты на запад по дорогам войны. Выпадал среди залпов, может, час тишины. И тогда на привале, опустившись в окопы, люди письма читали от любимой далекой. Этот маленький желтый листок посылаю в землянку к тебе, чтобы строчками этими мог часто думать в боях обо мне. Вам всем, кто вынес ту войну в тылу или на полях сражений, принес победную весну поклон от наших поколений. В тенистых скверах, парках и садах стоят солдаты в бронзе и граните. В любом поселке, в городе, в селе над ними слава вечная в зените и память вечная по всей земле. Для вас выступает танцевальный коллектив «Улыбаемся и машем» с танцем «А река течет».
мы с отцом сядем вдвоем на крылечке до утра, поговорим о том, о сём. Та-да-дым, та-да-дам, та-да-дам. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки, благодать. А река течет, по дну катает камушки, до дна печет. Нам бабушка оладушек с присказками, русскими и чудными будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет. Мой солнечный дед был балагур, та-та-дым, та-та-дам, та-та-да. Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, под ним катает камушки, дома печет. Нам бабушка оладушек будут они, русскими, русскими будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, и вечно кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет, а река течет. Отгремела война, стихли страшные звуки сражения, но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль. Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись. Всех их помним и чтим, и всех бесконечно нам жаль. Письмо неизвестного солдата. Здравствуй, дорогой сынок Толя. 22 июня исполняется год, как я не видел тебя. Я очень соскучился по тебе, часто тебя вспоминаю. Тебе уже 5 лет. Вот какой ты большой. Прости, сынок, будь умненьким. Люби своего братишку, учи его. Я скоро вернусь. Вот прогоним всех фашистов и вернусь. Крепко целую тебя, твой папа. Здравствуй, дорогой солдат. Я не знаю, как тебя зовут. Хочу тебя поблагодарить за службу, за то, что ты защищаешь нас и нашу родину. Я желаю тебе и твоим друзьям отличной службы, крепкого здоровья и сил вернуться домой с победой, живым и невредимым. Девочка моя, приготовь себя к разлуке. Впереди 1942 год. Живи, как и я, надеждой навстречу. Здравствуйте, дорогой солдат. Мы с тобой не знакомы. Надеюсь, ты будешь рад моему письму. С нижайшим поклоном, что скоро тебе его вручат. Хочу, чтобы тебя обходили невзгоды. Желаю, чтобы ты не болел. И очень прошу, чтобы в любую погоду страну защитить ты сумел. Я очень надеюсь, что будешь ты сильным и сможешь за нас постоять. А мир будет солнечным и счастливым. Спокойной, Родина-мать. Ранила в правую ногу. Сделали операцию, вытащили осколок. Ранение легкое, уже хожу на перевязку сам. Надеюсь, что скоро заживет и буду опять пить немецкую гадину. За измученный наш советский народ, за вас, мои родные. Я знаю, что вы стоите на защите Отечества, и я волнуюсь за вас. Желаю вам одолеть фашистов и вернуться домой к своей семье. Я верю в нашу победу, ведь мы Россия и никогда не проигрываем. Силу России никому не сломить. Эти строки я посвящаю вам, солдат.
Недалеко от места, где мы стоим, расположен лагерь уничтожения. Ты, наверное, читал в газетах о лагере на Майданске. Так этот лагерь в несколько раз превосходит майданский. 6 миллионов человек было уничтожено там. Камеры, в которых людей душили газом. Печи для сожжения трупов. Рвы, в которые сбрасывались трупы, вернее, укладывались с немецкой аккуратностью, один ряд головами в одну сторону, другой в другую. Рвы доверху наполненные кровью. И во всем и везде это дьявольская немецкая аккуратность. Может быть, в тылу не все верят описаниям этих бесчисленных ужасов. Да и в самом деле трудно поверить, что люди, похожие внешне на нас, могли дойти до такой нечеловеческой жестокости. Но когда видишь все это, задаешь себе вопрос. Кто они, эти существа, захотевшие истребить человечество? Люди ли это? Конечно, это не люди. Скоро настанет конец этим ужасам. Будет расплата. Дорогой солдат, пишет вам ученик средней образовательной школы №1. Я знаю, что вы защищаете мирных граждан Украины. Все гордятся вами, поэтому я хочу подарить вам сладостей. Вас верит вся Россия. Свободного времени мало. Многому приходится учиться на ходу. Но не стоит унывать. Мы победим. Мама, папа и бабушка, за меня не беспокойтесь, не плачьте. Все хорошо. Ваш сын Коля. Здравствуйте, я Вика. Желаю вам, чтобы вы победили. И еще, чтобы никто не умирал. Чтобы все жили. Вдруг я сейчас угадаю ваши имена. Костя, Ваня, Женя, Максим, Артем, Тимофей. Простите, что с ошибками. Мне будет приятно, если я угадала ваши имена. И последнее желание. Вам всем вернуться живыми и здоровыми. В дни, когда вы, дорогой Александр Константинович, не щадя своей жизни, защищаете каждый метр советской территории. Мы клянемся учиться на хорошо и отлично, быть дисциплинированными, помогать фронту. Только вы, дорогие защитники Родины, громите ненавистному всему советскому народу врага. Здравствуйте, мой дорогой солдат, пишет вам Султан из школы №1 из 4 класса. Нам очень жаль, что вы туда попали, и очень хотели, чтобы поскорее вы вернулись здоровыми. Я желаю вам победу. Попрошу всех встать. Объявляется минута молчания. Прошу всех садиться. Победа, наверное, это самое долгожданное слово для каждого солдата. Победа! Это короткое и емкое слово вмещает в себя другое, не менее замечательное слово – мир. Мир без войны – мир. Прекрасный весенний мир. Слово знакомой команды слышу сегодня опять. Вносится знамя победы, к выносу знамени встать. Встать перед теми, кто падал, грудью на лавище идет. Кто из трясин новгородских к нам никогда не придет? Кто на речных переправах шел, словно камень, ко дну? Кто на века безымянный сгинул в фашистском плену? Кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей? Кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей? Кто перехватывал сходу форсунь-шерсеновский шлях? Кто подкрадывался на минах смертью набитых полях? Кто ослепленной ракетой вдруг попадал под обстрел? Кто в умирающем танке вместе с броней угорел? Кто зарывался в траншеи, землю ногтями скребя? Шквальный огонь Фердинандов, как бы приняв на себя? Кто ради правого дела сердце отдать был готов? Кто под машины ложился вместо понтонных мостов? Кто за родные пределы гнал чужеземную рать? Вносится знамя победы, к выносу знамени встать! Thank you.
еще раз поздравляем вас с праздником. Здоровья вам, мирного неба над головой, личного счастья и благополучия. Спасибо за внимание.